Вакцинация от коронавирусной инфекции продолжается. Теперь прививку могут делать не только взрослые, но и дети с 12 лет. В связи с распространением COVID-19 эпид-обстановка в Серпухове нестабильна. Еще год назад о заболевании детей коронавирусной инфекцией говорили редко. Сейчас болеют дети любого возраста. У некоторых появляются серьезные осложнения. Прежде всего, это двустороннее поражение легких, двусторонняя пневмония, или еще более тяжелый симптом, так называемый мультисистемный воспалительный синдром, когда отказывают несколько органов и систем. И вот на сегодня мы уже можем предупредить заболевания у некоторой части детей. Мы имеем в наличии вакцину детскую. Комбинированная векторная вакцина GAMCOVID-VAC-M, разработанная для детей старше 12 лет. Вводится двукратно с интервалом в 21 день. Перед прививкой ребенок обязательно осматривается врачом, чтобы исключить наличие респираторно-вирусного заболевания. Подросток с 15 лет может самостоятельно, без родителей, заполнить согласие на прививку. Врач-педиатр рассказывает, после вакцинации может появиться небольшая реакция. Во-первых, это покраснение и болезненность в месте инъекции. Ну и во-вторых, бывает легкий гриппоподобный синдром, который проявляется в виде слабости, недомогания, возможно, незначительное повышение температуры тела, легкий насморк, покашливание. Все эти нежелательные реакции, как правило, проходят в течение 2-3 дней и не требуют специального лечения. Сегодня в Серпухове от коронавирусной инфекции уже привиты 50 детей. Вакцинация проходит в детском поликлиническом отделении номер 1. Для здоровых пациентов здесь отдельный вход. Записаться на прививку можно через госуслуги или в своей детской поликлинике. После вакцинации данные ребенка вводятся в Федеральный регистр и в систему ЕМИАС.